Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Пледик увеличивается, понятен уже узор. Сегодня у нас с вами шестая часть, две детали под номером 6. И давайте смотреть, какого цвета у нас будут блоки. Два голубых, один желтый, два красных. Два белых, один синий, один красный, один рыжий, один красный, один синий, два белых, два красных, один желтый, два голубых. Провязали, сложили пополам, убедились, что у вас абсолютно симметричные детали, и по размеру они соответствуют общему пледу. Две абсолютно одинаковые детали и соединяем по уже знакомому принципу с пледом. Наращиваем еще на два блока. Если вам нравится, что получается, если вы видите, что плед хорош, что он вам понравился, пожалуйста, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не потерять это видео. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки и смотрите новые плейлисты на нашем канале YouTube. Ваша Наталья Некрасова.